Вот. Ну что ж, всем здравствуйте. Что-то никого из всех нету. Ну, значит, нету так нету. В конце концов, лекции у нас будут и в записи тоже. Вот. Сегодня у нас последняя встреча в этом семестре по всем, ну, последняя лекция, я бы сказал, в этом семестре по всем темам, которые у нас были. Вот. Наша тема это совместная разработка приложений на Python. Ну и понятное дело, по этой лекции, по этой дисциплине у нас тоже последняя встреча. Вот. Значит, я, как обычно, в последней лекции слишком много у нас будет бла-бла и не так уж много практики. Вот. Но я все-таки постараюсь что-нибудь такое показать. Ну, потому что, ну, хотя бы показать на пальцах. Вот. Не обещаю, что сегодняшняя лекция будет насыщенная и полноценная. В конце концов, прошло там 3 недели с предыдущей лекции, и все вон разбежались, я вон никого не вижу. Вот. Но, тем не менее, мы-то с вами до финиша-то еще не добрались, а надо бы добраться. Вот. Первое, что хочется показать, это штуку, которая называется Continuous Integration. Причем, опять-таки, мы с вами ее делать не будем. С прошлого года ситуация поменялась несколько к худшему. Дело в том, что я в прошлом году подсел на такой прекрасный сервис, который называется SourceHut, вот, в котором тоже была вполне себе непрерывная интеграция. Вот. Но, к сожалению, с тех пор случилась такая штука, что инструментами непрерывной интеграции начали пользоваться люди, которые майнят криптовалюту, вот, вместо того, чтобы делать CI. Ну и почти все сервисы ограничили возможность запуска CI. Вот. Ну, за исключением GitHub, у которого просто есть ресурсы следить, чтобы там майнеры не майнили. Да. И, к сожалению, у SourceHut стала непрерывная интеграция платная, просто потому что, ну, такой способ избавиться от непрошенных халявщиков. Вот. Почему именно CI стал платным и вообще этот попал под удар, в общем, сейчас будет понятно. Значит, что такое непрерывная интеграция? Ну, вот тут есть ссылка на Википедию, можно почитать. Вот, непрерывная интеграция – это ситуация, когда вы разрабатываете приложение или компонент приложения, а последующую проверку валидности того, что вы разработали, качество, способность вашего проекта встраиваться в другие проекты, если вы делаете компонент, и так дальше, делают за вас какие-то неведомые человекоподобные или даже совершенно не человекоподобные роботы. То есть у вас есть репозитории, в которые вы типа программируете, кодите туда. И от вас, как от программиста, требуется только кодить. Вот. Такое вот, значит, странное разделение труда. После чего вы пушите в свой репозиторий либо просто банальный пуш, либо снабжаете его специально оформленным тегом, или просто тегом. И в результате получается, что сборка проекта, та самая сборка, которую мы с вами автоматизировали с помощью Duet'а, выполняется там, на стороне хостинга, где у вас лежит гид-репозиторий, вот, инструментами хостинга, тестирование проектов, которые мы с вами автоматизировали с помощью Duet, выполняется там, на стороне хостинга, инструментами хостинга. Попытка переразвернуть или развернуть готовый проект, то есть с нашей точки зрения, ну, там, установить колесо в чистое окружение и запустить его, тоже может происходить либо средствами хостинга, либо у вас есть специальная площадка, где вы эти самые проекты развертываете, а
инструменты хостинга, собственно, будут заниматься управлением этого развертывания. Ну и всякие тесты, отчеты, вот это вот все, что результат работы всего этого безобразия, тоже производится тестами хостинга. Фактически, CI – это такая удобная штука, чтобы программист только программировал. Все остальное за него сделает непонятно кто. Именно по этой причине, по причине все остальное за него сделать непонятно кто, мы с вами CI непосредственно не занимались, потому что наша задача была сделать все самим. Вот. Почему, тем не менее, эта штука приобрела такое всеохватное значение, почему все в результате финишируют использование Continuous Integration? Дело вот в чем. С одной стороны, да, мы с вами теряем квалификацию, то есть все, что мы делаем, внезапно уехало на хостинговую площадку, и там выполняется с помощью неведомой нам черной магии само. Ну, как само. Мы сейчас посмотрим, как выглядит файл с описанием. Вот. Но, с другой стороны, далеко не каждый из участников разработки готов тестировать полноценно, в том числе интеграционно тестировать тот проект, который он разрабатывает, на своем собственном компьютере. Например, вы делаете модуль, который содержит в себе бинарную часть и должен работать под всеми операционными системами. Так, на секундочку. Или под 5 питонами, потому что вы хотите, чтобы была совместимость, начиная с питона 3.6 до питона 3.10 включительно. Да? Или еще что-нибудь эдакое. Понятное дело, что один отдельно взятый человек все вот это проверить не может, и даже, в общем, у него инструментов таких нет. Поэтому большие платформы, типа того же GitHub, предлагают вам следующий механизм работы. Собственно, он и есть та самая Continuous Development, а Continuous Integration — это когда мы еще и куда-то это все ставим. Continuous Deployment. Предлагает следующую схему. Вы описываете процесс автоматизации сборки, тестирования и деплоймента примерно так, как мы это делали с помощью Duet, только, так сказать, в более мутном синтаксисе и с большим количеством непонятной черной магии. Для вас разворачивается одна или даже много виртуалок, содержащих соответствующую операционную систему, соответствующий питон и вообще соответствующее окружение. В эту виртуалку еще можно доставить какие-то пакеты отдельные. После чего запускаются те самые сценарии тестирования, сборки, деплоймента и так дальше. И по результатам вы получаете отчет. Вот. Это что касаемо матрицы операционной системы versus Python, да? Все операционные системы, все питоны, которые вы хотите. И та же самая история с деплойментом. Почти наверняка одному отдельно взятому программисту, если речь идет о разработке большого проекта, даже не дадут делать деплоймент ни на какой тестовый сервер. Вот. А в действительности тестовая попытка тестового деплоймента и запуска и тестирования, собственно, целиком интеграционного тестирования проекта, который вы разрабатываете, должна происходить, условно говоря, автоматически, когда, например, лид дернул за ручку, или, например, когда все нужные коммиты закоммитили, у вас готов релиз. Да, вот что-то зарелизилось, оно тут же деплоится на всякие точки тестирования и там тестируется. Вот. Почему мне не нравится вся эта картина, несмотря на то, что, очевидно, мы с вами не можем у себя дома сделать то, что делает за нас Continuous Integration, Continuous Development? Потому что в действительности, вот сейчас я покажу примерчик. Сейчас простой пример. Вот. В действительности то, что мы с вами делали с помощью Duet, или то, что мы с вами умеем делать с помощью Makefile, это гораздо более алгоритмически хитрая и функциональная штука, чем то, что нам предоставляет CI. Например, на GitHub есть такая штука, называется GitHub Workflow или GitHub Actions. Вот он. Которая управляется очень простым способом. Вы кладете в свой репозиторий
Да, значит, это вот репозиторий, некий модуль на питоне. Вот он. Мы документацию по нему почитаем в конце, что он делает, этот модуль на питоне. Ну, просто какой-то модуль на питоне. Вот. Плохо задокументированный вот здесь. Да, так вот, значит, некий модуль на питоне, и я собираюсь проверить, ну, как минимум автоматизировать проверку тестов из него, как бы выгоняющихся, вот это все. Вот, так вот, значит, для того, чтобы запустить Continuous Integration, ну, в данном случае Continuous Development, вот, создается специальный файл в каталоге GitHub Workflows. Обратите внимание, это фича именно GitHub. Другие площадки, предоставляющие Continuous Integration, например, Travis или GitLab CI, устроены по-другому. Да, самые первые это придумали как раз Travis. Эту штуку. Отстань, противная. Вот. Так уж повелось, что синтаксис управляющих файлов написан на языке YAML, Yet Another Markup Language. И это верно и для Travis, и для GitLab, и для GitHub, и для SourceHat. И, видимо, ну так повелось, так пошла эволюция. А вот синтаксис. А вот семантика полей этого самого YAML для всех этих площадок полностью различается. То есть нет никакого универсального языка описания Continuous Integration заданий. Все Continuous Integration задания, все Continuous Integration задания сами по себе четко, очень жестко привязаны к той площадке, которую, собственно, эти задания выполняют. Вот тут Илья спрашивает, имеет ли смысл настраивать CI так, чтобы выполнялся прямо Do It скрипт. Я думаю, что да. Я думаю, что да, хотя бы уже и потому, что Do It скрипт позволяет нам тестировать и проверять какие-то части нашей автоматизации прямо у себя дома. Вот. И не нужно вести двойную бухгалтерию. Вот в частности в этом проекте я специально развел двойную бухгалтерию. У меня есть makefile. Вот он. Кстати сказать, хочу поделиться открытием. Я нашел, ну, более или менее приличный заменитель make, написанный на чистом питоне. Называется almost make. Сейчас покажу его. Вот. Almake. У меня он даже есть в requirements. Где это он? Almost make, вот. Я уже обнаружил несколько синтаксических отличий от настоящего make, но тут уж ничего не поделаешь. Я сказал almost make. Вот, тут уж ничего не поделаешь, такое бывает. Но тем не менее, ребята говорят, что у них очень много тестов на обычные makefile проходят. Проект относительно живой. Вот. Последний коммит 2 марта. То есть, ну, да. В общем, вот. Есть еще pmake, но с pmake какая-то неприятность была. Я его, помнится, пробовал и не стал использовать. Ну, с ним такая неприятность, что, например, он развивается меньше и плохо собирается. Вот. Хотя, вроде, вот люди говорят, что работает. Вот. Значит, almost make. Пока что я вот на него запал. Так вот, я таки, да, развел двойную бухгалтерию, потому что у меня есть makefile, который делает все эти задания. И я специально не стал использовать makefile для организации Continuous Integration, а написал это задание прямо руками, вот так, как оно устроено в данном случае на GitHub. Вот. Зачем я это сделал? Чтобы посмотреть, насколько вот этот YAML текст, насколько он более тупой, примитивный и не позволяет всякие гибкие штуки
Вот видите, делать. С переменными, с двойным вызовом, ну и так дальше, и так дальше. Так, к сожалению, не может. Вот. Таким вот образом оформился workflow под названием тест, потому что в действительности ничего кроме тестирования я не делаю. Вот. Большая часть семантики этого файла, синтаксис, повторяю, ямловский, большая часть семантики посвящена именно свойствам GitHub'а. И, допустим, на GitLab'е или на SourceHat'е или где-то еще на Travis'е она будет другая. Например, вы можете настроить запуск соответствующей автоматизации на определенные события, происходящие в вашем репозитории. Например, когда вы делаете push, или, например, когда кто-то делает pull request. Очень удобная штука. Кто-то присылает вам pull request, а у вас уже автоматом запустился тест, который проверяет, а что будет, если этот pull request принять? Будет ли все работать как надо? Вот. Дальше вы описываете, в рамках какой операционной системы будет происходить тестирование. Причем, опять-таки, все это прибито гвоздями к конкретной площадке. Что такое Ubuntu Latest, надо спрашивать у GitHub'а, что там за Ubuntu Latest такой. Вот. Дальше идет некоторое количество черной магии, потому что, понятное дело, голый Ubuntu Latest, возможно, даже не содержит нужных инструментов, которые вы хотите использовать для тестирования, ну, скажем так, для интеграции. И поэтому вы говорите, что вот тут будет, значит, использоваться какие-то дополнительные свойства. Что означает actions checkout v3, ни малейшего понятия не имею. И ни малейшего понятия не имею, что означает actions setup Python v3. Это я просто скопипастил соответствующего шаблона. Вот. Но судя по тому, что здесь не ставится никаких дополнительных пакетов в эту самую Ubuntu Latest, я сильно подозреваю, что actions setup Python v3 это установка, собственно, нужных для питона зависимостей в эту самую Ubuntu, тем более что, как мы знаем, в Ubuntu у нас 3.8 питон, а нам нужен 3.10, и здесь, видите, специально указано, что нужен 3.10 питон. Каким образом все это реализовано, мы не знаем, да, вот первая моя претензия к CI, мы очень четко зависим от того, что там намутили разработчики соответствующего хостинга и что вообще, во что раскрываются все вот эти непонятные нам командочки. Вот. Actions checkout. А, я думаю, что actions checkout это настроить Ubuntu так, чтобы можно было зачекаутить соответствующий, ну, заклонить соответствующий репозиторий. Вот. А вот дальше, собственно, часть, которую можно уже объяснить. Вы говорите, вот задание под названием установить всякие зависимости, в данном случае сборочные. И вы запускаете, ну, сначала вы обновляете pip, если вдруг он там старый, а потом запускаете, устанавливаете все то, что у нас должно было лежать в сборочных зависимостях. О, грабли номер один. Мы взяли и сдублировали наш pip-файл, потому что совершенно непонятно, как мы. Да. Можно было, конечно, на основе pip-файла автоматом сгенерить все это безобразие, но было лень. Что мы ставим? Flake 8, ptest, pdoc style. Дальше задания, которые, собственно, проверяют, насколько все у вас хорошо. Ну, например, Flake 8. Это я тоже скопипастил из соответствующего шаблона. Обратите внимание, что Flake 8 запускается два раза. Второй раз он запускается с ключиком exit 0. Это означает, что какие бы ошибки он не встретил, он результат выполнения такой проверки будет безошибочным. То есть у вас выдастся какое-то количество диагностики, но exit статус будет 0, 0. Именно поэтому для критических ошибок, синтаксические ошибки, ну, короче говоря, для критических ошибок Flake 8 запускается еще раз, вот, с тем, чтобы, если ошибки были критические, то он просто бы свалился, соответствующее задание под названием lint with Flake 8 свалилось бы с неуспехом, и соответствующий workflow, соответствующий action у вас бы тоже свалился с неуспехом.
Что еще? Тут еще докстринги, который подокставил, да, и тут запуск ПТеста. Вот, собственно, три, четыре задания, которые, на самом деле пять, которые в рамках этого workflow у нас организованы. Это разворачивание соответствующей Ubuntu, вернее, до разворачивания на базе Ubuntu соответствующего окружения, да, установка нужных зависимостей. Обратите внимание, что это все скачивание из интернетов. Вот. Кстати сказать, мы бы могли сгенерировать файл requirements.txt и здесь написать pip install -r этот самый requirements.txt. Тогда бы хотя бы один уровень дублирования у нас пропал бы, да? То есть мы могли бы сгенерить этот requirements.txt как-нибудь по-хитрому. Сейчас, кстати, попробуем это сделать, может быть, получится. Вот. И потом уже, значит, из него ставить все зависимости. Интересная идея. Вот. Дальше тестирование, дальше еще тестирование, дальше еще тестирование. Это у нас линтеры, а это у нас, собственно, ПТ. Значит, давайте, что ли, посмотрим действительно, как работает эта штука на примере, потому что я хочу хотя бы здесь избежать дублирования. Видите, у нас есть, сейчас покажу, в чем фишка. Вот тут сразу люди начинают говорить, как так, у нас интернета зависимые, у нас сборка начинается со скачивания файлов из интернета. Все так. Более того, все правильно говорят и Амон Ши, и Андрей. Можно попробовать натолкать в наш репозиторий какие-то локальные файлы и туда, значит, оттуда все ставить, но вы понимаете. Вот. Да, так вот, значит, что я хотел. Я хотел, давайте мы сейчас что у нас говорит git status говорит а, понятно. Это я пытался git versioning включить, расскажу про это. Вот, в общем, нет, не работает нормально git versioning в современном мире пока что. Во, значит, давайте мы вот что сделаем. Давайте мы попробуем, не будем сейчас пытаться решить задачу, как отвязаться от интернетов вообще, а попробуем хотя бы не дублировать список development зависимостей дважды в CI-файле и в нашем PIP-файле. Попробуем, я не уверен, что у меня что-то получится, но попробуем. Pipenv shell. Вот. Попробуем вот что сделать. Pipenv log -r -d -r. Пробуем. Давай, Pipenv. Во, он нагенерил какой-то список зависимостей. Как видите, Sphinx, Flakes, короче говоря, все то, что нам нужно для тестирования. Кстати, Sphinx у меня здесь нету, ну и ладно, хрен с ним. Вот, можно попробовать сейчас сделать вот что. Можно попробовать в GitHub Workflows вместо вот этой команды поставить pip install pipenv. Pipenv shell. Я не уверен, что это заработает. То есть я уверен, что это не заработает. А, черт. Черт. Pipenv shell не получится, да? А ну-ка, а что будет, если выйти из него? Pipenv. Извините, сейчас проверю.
Возможно, я вас обманываю, у меня ничего не получится. Нет. Отлично работает. Ага, Дивонли говорит. Ну так Дивонли, так Дивонли. Отлично работает, хорошо. Значит, у нас получится. GitHub. Вот, значит, что мы делаем? Pip install pipenv. Pipenv log минус r requirements в формате dev only devrec.txt devrec.txt и pip install минус r этот самый devrec.txt. Вот. Значит, тем самым, если у меня сейчас все получится, тем самым мы отвязались от дублирования наших сборочных зависимостей одновременно в CI-файле и в нашем пипенве. Да? Возможно, так заработает. Давайте попробуем. Так, это было слово duplication. Обратите внимание вот на что. Поскольку у меня этот action настроен на onPush, то есть при каждом push будет запускаться вся эта фигня, то если сейчас я просто скажу git push, то по идее у меня должен запуститься соответствующий action. Давайте проверим этот факт. Actions. Вот он. Он прям работает. Давайте посмотрим, что он там делает. Что-то он делает. Показать. Во. Показывает. Вот он, значит, все это время он разворачивал виртуалку. Вот. Вот сейчас он разворачивает виртуалку. Разворачивает ее, разворачивает. Все еще разворачивает. Давай, давай, разворачивай виртуалку. О, пока он там это делал, мы уже не умеет он в онлайне это делать, или, по крайней мере, в Firefox это делать. Ну, давайте почитаем логи. Итак, вот он развернул виртуалку. А что? Вот оно в чем дело. Конечно, спасибо, дорогой. Илья подсказывает, что я тут не залогинился ни разу. Хоть ты, Господи, прости. Чтобы еще вспомнить мой пароль, было бы совсем хорошо, конечно. Не попал. Тут я, конечно, фиги. Да блин. Секунду. Я посмотрю хотя бы, где-то у меня был пароль. Так, ща. Одну секунду. Я забыл пароль свой от GitHub'а. Так, нет, не здесь, вот здесь. Вот он. Ага. Па-пам! Спасибо, дорогой. Во, значит, вот здесь он будет, значит, нашу Ubuntu разворачивать где-то. Нет, видимо, раньше. Вот здесь. Значит, вот здесь он будет разворачивать. Так, где там? Который Python тролливали. А, вот. Вот здесь он будет разворачивать 3.10 Python.
Вот. Дальше, собственно, наш уже экшен, который мы описали, знаешь, что мы делаем. Upgrade. Ну, pip, pipenv. А дальше, смотрите, а дальше вот где pipenv? Вот, pipenv. А дальше этот самый pipenv сгенерирует нам список зависимостей, и все эти зависимости поставятся. Вот. А дальше, собственно, проверка линтом. Обратите внимание, есть целое одно предупреждение. Вот. Проверка по докстайлам. Ничего вроде не нашел. Проверка по тестам с ключиком минус V. Да, и с каверджем. Вот. Ну и все, впрочем, хорошо. Вот. Вот примерно так выглядит CI в простом случае, когда мы работаем с GitHub. Обращаю ваше внимание на то, что все площадки, которые предоставляют Continuous Development, в чем-то отличаются по способу, значит, ну вот сейчас могу показать, как это происходило на source-хате. Sorry.htt. Если еще там не разлогинился, потому что тогда придется вспоминать еще тамошний пароль. Точно. Ну, конечно. Секунду. А, вот он нашел. Угу. Попал. Вот, значит, пример SourceHat более сложный, потому что модуль, который я собирал, он написан на C. Это модуль для Python, написанный на C. Вот. Выглядит это примерно так. Вот. В прошлом семестре у нас здесь была лекция, посвященная Python CIP, но мы ее... Потому что я занимался этим модулем. Да, но я решил этого не делать, у нас и без того много всего. Вот, да, и CI для SourceHat выглядел вот так. Обратите внимание, что частично синтаксис похожий, но другой. Кстати сказать, более понятный. Здесь вот вроде ничего непонятного нету. Ой. Я пропалил какой-то секрет. Интересно, это секрет секретный или нет? А, хороший вопрос. Надо будет проверить. Черт. Кажется, это секрет не секретный, в том смысле, что это этот самый. Ну, его идентификатор. Ладно, после лекции проверю, а то что-то как-то я даже испугался. Ну, отзову его, господи. Вот, значит, это что касаемо другого варианта CI. Вот, значит, обратите внимание вот на что. Обратите внимание на то, что в действительности, где он тут? Вот этот страшный ямловский файл в том месте, где речь идет заходит о логике, собственно, автоматизации, превращается в совершенно тупой список команд Shell. Вот. И это еще раз, как бы еще один ответ на вопрос Ильи, не стоит ли сохранить Do It в качестве средства автоматизации? Видимо, стоит, потому что, ну вот иначе мы финишируем вот в такое. Вот.
Значит, чего я не рассказал? Я не рассказал одну важную вещь, что в результате запуска таких вот экшенов может быть вполне... Сейчас, секунду. А где я тут? Вроде бы я делал ссылку на это место. Может, я не случайно не в этом месте сделал ссылку? Обидно. Ну ладно, просто я хотел сказать, что... нет. Секунду. Да блин. Да, нашел это место, а здесь... А здесь почему-то нет этого места. Я не понял юмора. Все, нашел. Вот это место. Оно просто позже. Хорошо. Хорошо, значит, тогда, простите, ступил в том месте, где у меня, собственно, куда дальше идет лекция. Тогда, когда дойдем до этого места, тогда я расскажу. Вот, значит, тем не менее, как вы понимаете, continuous integration это не только continuous development, но еще и continuous deployment. То есть ситуация, когда вы не просто проверяете, что ваш проект работает и вообще, что он хороший и годный, а еще и, например, публикуете его, выкладываете куда-нибудь, собственно, чем мы сейчас и займемся. И это все требует не просто запуска каких-то скриптов, каких-то сценариев, описанных в YAML-файле, но и использование тех генератов, которые в результате он произведет. Ну, например, вы хотите собрать колесо, это колесо выложить. Вот это колесо называется артефактом. Вот. И публикация этих артефактов – это отдельная тема, связанная как раз с палевом вот этих самых ключиков, один из которых я очень надеюсь, что не пропалил, что это его открытая часть. Но если пропалил, то все придется перегенерить. Вот. А значит, да. Так вот, значит, публикация. В действительности, тут есть одна проблема, с которой мы встретимся. Проблема состоит в том, что релиз-менеджмент с точки зрения Python Package Index, PP, и релиз-менеджмент с точки зрения вашего хостинга, ну, например, GitHub, это очень разные вещи. Давайте посмотрим, как устроена методичка по публикации, значит, вашего пакета на Python Package Index, то есть вот туда, откуда все ставят. Ну, что делать? Поставьте pip, создайте пакет, все мы это сделали, положите туда лицензию, положите туда readme.md. В прошлом году была бага, вместо readme.md надо было класть readme.rst. Посмотрим, как в этом году, не проверял. Вот, создайте pproject.toml, мы создали pproject.toml, он у меня даже достаточно большой. Вот он. В этом pproject.toml описаны, ну, сборочное окружение, классифайер, версия, лицензия, keyword, readme файл для публикации и, значит, ну, короче, вот, сборка. Создали pproject.toml. Дальше. Тут, кстати, видите, побольше всего даже сказано, что тут, например, автор, long description файл. Ну, в общем, мне кажется, и так будет ничего.
Что-нибудь не понравится, поправим. Project Urals. Project Url. Вот Url, наверное, нужно посмотреть. Url вообще-то надо поменять, да? Url-то нету. Url пускай и будет. Url. Вот такой. Вот. Ну, хотя бы Url. Кстати, Python requires у нас тут больше 10, больше или равно 3.10, надо бы это отметить. Это что у нас? Это setup KFG, а мне нужен не setup KFG, мне нужен pproject.toml. Тогда не будем это пока делать. Да, еще манифест, совершенно справедливо. Python proc напоминает, что должен быть еще манифест. Сейчас до манифеста дойдем. Кстати, что-то его тут нету, манифеста. Ну ладно. Значит, создали по pproject.toml, вписали туда в конфиг, тут почему-то, значит, setup kfg, видимо, старая методичка, надо посмотреть, как там новые выглядят. Сделали readme, лицензию, все хорошо. Давайте проверим, что у нас вообще все, что нужно, собирается. Но оно действительно собирается. Это правда. Давай, собирайся, собирайся. О, ставится. Ну, ставься. All make это... Оп, чё? Оп-оп-оп-оп-оп. Line 12, 7. Url. Url, наверное, нужен вот такой. А, это не там. Все, я понял. Боюсь, что это не здесь должно быть вообще. Нет. А что там Flake 8 не так? Как обычно, какие-то, ой, Flake 8 стоит. Сейчас узнаем. Enable grid to run. Line to walk. А как так? Хорошо. А, ошибка. Это E, это line to long. Вот. Не enable to run. А, все, я понял. Это, короче, ошибка. Окей, давайте поправим эту ошибку. Чё? Какой там length to long-то? Где она? О, вот здесь. А, понятно, понятно, да. В документации, когда я проставил бэктики, стало слишком много. Хорошо, а знаете, что мы сделаем? Мы тогда эту ошибку исправим по-другому. О. Вот.
Так. Что теперь тебе не нравится? Ух, какой страшный тут лог. Похоже, что слово урл здесь все-таки лишнее было. Ну-ка, давайте посмотрим. Так, надо пора с этим заканчивать на самом деле, потому что вот, да. Урл, это был настройки сетап КФГ. Это надо было в другое место засовывать. Да это все он делает. Во, все отлично. Все отлично, все заработало. Этот самый и тот, и другой вариант у нас сделались. Все, проверили, что все работает. Теперь мы должны, собственно, дело за малым, запихать все это на ПП. Вот. Да блин, еще один аккаунт. Вот забыл я подготовиться к лекции таким вот образом. Ща поищем. Вот, значит, что мы сейчас делаем? Мы сейчас публикуем наш пакет прямо на ПП. Только смотрите, не на самом ПП, а на тестовом сервере, который называется тест ПП. Очень удобная штука, абсолютно ни к чему не обязывающая, тестовый сервер. Вот. Для того, чтобы тренироваться на кошечках, да, для того, чтобы публикацию там. Публикацию там. Ну, блин. Ну, давай уже пускай. Session invalidated. Ну, это будет обидно, если... Я пытаюсь найти свой пароль. Это будет очень обидно, если я его тоже пропинал. Можно, конечно, нажать кнопочку «Вспомнить». Ну, давайте нажмем кнопочку «Вспомнить». Обидно. Читаем. Сейчас по... Во. Пробуем. Пробуем, пробуем, пробуем. Ну ладно. Неудача сегодня какая-то. Так. Оф. Секунду. Я все-таки поменяю пароль против того, который я запалил. Вот.
Да. Ну хорошо. Обидно, конечно, что так все пошло. Почему не запускаю? Запускаю. Тут у меня Python Proc спрашивает, запускаю ли я Python Build. Ну, разумеется, я его запускаю. Просто это делает не я, Makefile это делает. Вот он. Где он тут? Вот он. Запускаю, конечно. Хорошо, публикуем. Для того, чтобы это дело опубликовать, нужно сходить вот сюда вот и сгенерировать временный, да что ж такое? А, потому что password change. Временный пароль. Так. Да. Для того, чтобы еще раз. Да. И еще раз. Во. Значит, нам выдают ключик некий, который мы используем для того, чтобы публиковать наш проект на этом самом сайте. Нет. Сейчас, а где он говорит токен? Setting scope entire account. Сейчас. Так. Во. Жмак. Вот это вот то, что я пропалю сейчас, я его удалю, потому что это штука, которая, собственно, нужна для публикации. Вот. Значит, так. Да. Значит, что дальше? Дальше ставим twine. Поставили твайн. И дальше должны мы вот так вот сделать. И дальше мы публикуем. Да, твайн довольно магический модуль. Это модуль для закачивания, собственно, пакетов на ПП. Вот. И говорим, вот. Он спрашивает логин. Но вместо логина надо говорить токен. Слово. Вот. Пароль. Вместо пароля надо выдавать вот этот самый токен. Где он тут? Вот он. Да. Вот он закачался. И в результате у нас есть полноценная публикация нашего пакета на хостинге, только не на этом самом, не на настоящем ПП, а на тест ПП. С настоящим ПП вся та же история, но, как видите, сколько раз я сегодня уже пропалил пароли, понятное дело, что лучше с ним так не обращаться. Значит, хорошо. Давайте проверим, что это вообще работает. Создаем чистое окружение. Ой.
И ставим прямо с сайта тест ПП, только он почему simple-то? А, потому что simple. Скачал, поставил. Вот. Ну да, у него нету этого самого, но по крайней мере у него есть, его можно проимпортить. Вот. Вот примерно так это работает. Давайте я сразу удалю этот токен, чтобы не это самое, не... Да, не вводить никого в искушение. Вот. Короче, вот. Так выглядит публикация. Про публикацию надо знать следующее. Кстати, как он там... Вот, кстати, Redmi MD уже заработал, в прошлом году не работал. Я забыл, кстати, сказать про вот этот бейджик. Смотрите, я сам себе выдал бейджик, когда собирал этот самый, тестировал пакет. Я сам себе выдал бейджик. Как это делается? Это делается очень просто. Вот в экшене вы указываете название вашего экшена, а в файле вы просто пишете ссылку на результат работы этого самого экшена. Выглядит это примерно так. Ваш репозиторий, actions, workflows, название экшена, badge.svg. И вот получается такая красивая картинка. Удобная штука, потому что после каждого пуша, разумеется, ну вернее, после каждого выполнения экшена, разумеется, бейджик обновляется, ну и соответственно, если у вас что-то испортилось, вы просто увидите, что бейджик некрасивый, раскрашенный красным или желтым, или что-нибудь такое. Это что касаемо публикации на ПП. Да? Значит, еще раз повторю, публикация на ПП, которую мы с вами проделали, была на тест ПП, а не на настоящий. Но на настоящем абсолютно так же она используется. Вот. Б. Все это можно автоматизировать, засунув в тот же самый GitHub Action, за одним исключением, что вам придется вот этот токен, который я тут уже пропалил пару раз, но я его уже стер, вот этот токен класть прямо в чистом виде туда, внутрь GitHub, вот, с шансом его тоже пропалить. Вот, ну, в общем, выбирайте. И последний на сегодня разговор, это как опубликовать всю эту фигню на Read the Docs. На самом деле еще проще эту фигню опубликовать на Read the Docs, прям как нечего делать. Заходим на readthedocs.org. Вот. Нет, readthedocs.org меня интересует, а не docs.readthedocs.org. Ща. А, это я просто сходил на методичку, мне нужна не методичка. Хотя нет, давайте сходим на методичку, просто почитаем, насколько это просто. Вот, вы можете использовать либо Sphinx в качестве генератора документации, либо mkdoc, кажется. Вот, два варианта. У меня вот спрашивали в прошлый раз, на семинаре, чем можно пользоваться. Вот либо Sphinx, либо mkdoc. Вот, значит, короче, вы заходите на Read the Docs, где он там, вот сюда вот, просто тупо. Вот. Входите, ну, например, регистрируясь через GitHub. Вот. Говорите, давайте мы прям удалим проект отсюда. Или тут уже нельзя удалить проект, интересно мне знать.
Вот я хочу его удалить. Его можно удалить? Ну, собственно, без разницы. Его даже можно не удалять. Вы можете сказать импортировать проект и просто указать, тупо указать URL. Вот. Сейчас. Вот, наверное, словом редактировать можно убить его. Ну, хочу убить проект. Могу убить проект. Не знаю, как убить проект. Вообще. Так. Ну ладно. Похоже, что никак. Смешно. Ну, даже не знаю, что сделать. Как бы вот его прям. Давайте поищем. Может быть, мы нагуглим. Ну, потому что, ну как это? Я хотел сначала все показать. Давайте попробуем. Еще раз. Что он говорит? Admin button. Scroll all the way down. All the way bottom. Save и delete. Хорошо. Жмем admin. Это был admin. О! Удалить проект. Спасибо, дорогой. Да, тоже работает, но через костыли, все правильно. Ну вот, импортировать проект. Мы говорим, какой мы собираемся импортировать проект. Какой-то вручную собираемся импортировать. Назовем его target-dict. Репозиторий у нас будет взят вот отсюда. Это git, ветка по умолчанию, все, поехали. Вот. Пока что мы ничего не собрали. Говорим, собирай. Он запускает сборку. Build failed. Duplicated build, говорит. Что такое? Видимо, он не совсем удалился, зараза. Интересно, интересно. А, вот он работает. Обратите внимание, что пока он работает, обратите внимание, что на самом деле это все тот же CI, прям один в один, управляемый файлом, на этот раз readdocs.yaml, в котором единственное, что мне потребовалось указать, это версию питона, потому что по умолчанию она там 3/8, вот, как обычно. Вот. Значит, как работает readdocs? Readdocs работает очень тупо. Он видит вас в makefile, в этом makefile находит, с помощью какой-то странной логики, находит использование... А, нет, не makefile. Видит, прошу прощения, видит конфигурационный файл conf.py от сфинкса, распознает в нем конфигурационный файл сфинкса и запускает build сфинкса. Больше он ничего не делает. Вот. В данный момент он у меня сейчас собирает, вот, пожалуйста, вот он установил, заклонил, вот он сделал git clean, вот он добавил третий питон вот здесь вот, 3/10.
Вот он создал VirtualEnv. Вот он VirtualEnv понаставил в него всяких штук. Вот, всяких, которые считает нужным. Дальше он посмотрел на конфпы, выяснил, что это настоящий, хороший, годный конфпы. Вот. И, собственно, сейчас он собирает документацию. Вот он ее даже уже собрал. Просто по факту того, что вы показываете вашему Redux репозиторий, в котором есть Sphinx, вы получаете вот такую вот документацию. Вот. Это, собственно, и есть документация к моему модулю. Вот. Чего я не сказал еще? Я не сказал, что есть проблема версионирования. Дело в том, что когда вы делаете релиз-менеджмент нормальный, ну, скажем, на GitHub или где угодно, существует достаточно красивая дисциплина выпуска релиза с подготовкой пререлиза, с подготовкой релиз-месседжа, релиз-ноут, с отдельным тестированием, с выкатыванием этого релиза в виде артефактов, чтобы их можно было скачать с GitHub и так далее. Проблема состоит в том, что в случае GitHub релиз-менеджмент управляется тегами Git, а в случае публикации на PP релиз-менеджмент управляется вот этим вот вот этой вот штукой. И когда у нас вместо pproject.toml был setup.py, то есть программа, написанная на питоне, понятное дело, что можно было прилепить какой-нибудь плагинчик, который бы сходил к гиту, узнал бы, какая последняя версия, какой тег у вас релизный, и от этого бы тега сформировал вот эту версию. И существует 100-500 решений на этот счет, ни одно из них не работает. Вот. Вот это вот все эти модули, Setup Tools SCM, Versioneer, Setup Tools Git Versioning, вот все вот это посвящено решению этой самой проблемы. Я так понял, что ни один из этих инструментов до конца ее не решает, но, в общем, это надо поисследовать. У меня не получилось. Вот. Поэтому, если вы хотите не руками мантейнить одновременно релиз-менеджмент на GitHub или на GitLab или где угодно с тегами, со всеми пирогами, и вот этот вершин равно в pproject.toml, то вы должны сделать какой-то генерат. В одну сторону, в другую сторону. Короче, определить какую-то логику, которая пока что никак не стандартизована. Или можно использовать высокоуровневый инструмент сборки, который называется Poetry. Я про него уже упоминал. В котором есть просто такая команда Poetry Version. И он поменяет эту версию там в pproject.toml на основании, собственно, тега. Такие дела. Вот. А, собственно, все. Собственно, все. Видимо, на этом мы с вами расстаемся до следующего учебного года. Это была последняя лекция, последняя по счету лекции, которые у нас были запланированы. Вот. Так что, если есть какие-то вопросы, задавайте. Если нет, значит, пару слов. Ну, то есть, я пока вы их задаете, я, значит, скажу пару слов в окончании. Разумеется, так же, как мы не смогли пройти абсолютно весь питон в первом семестре, точно так же, разумеется, мы не смогли потрогать все аспекты разработки на питоне во втором семестре. Даже, понятное дело, еще больше мы опустили, потому что, ну, разработка – это штука бесконечная, а язык программирования – штука конечная. Вот. Моей целью было не научить вас промышленной разработке, потому что промышленная разработка – это тыканье в удобные кнопочки удобных IDE, а показать подноготную, показать кишки, показать, как это устроено, на основании чего, собственно, разработка происходит. Вот. Именно поэтому мы обращались к таким удобным инструментам, удобным комбайнам, которые за нас все делают, а пытались сделать все руками. Вот. Собственно, на этом мой
мои компетенции в области питона заканчиваются. Вот, больше я ничего не знаю про питон. Поэтому в следующем семестре, если ничего не изменится, у нас будет повторение этих самых курсов. Вот, что будет в следующем семестре, никто ничего не знает, давайте надеяться на лучшее. Ну и, соответственно, до новых встреч в эфире. Я всегда есть в Телеграме, у нас есть прекрасное сообщество в Телеграм-канале. Вот, не канале, а чатики. Всех приглашаю туда. Тут уже пошли поздравления от Маркизио. Спасибо, дорогой Маркизио. Это, значит, я так понимаю, что вопросов нету. Ну тогда всем спасибо и до встречи в эфире.